Анонс источника выхода 135 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 135 серия сериала выйдет в эфир 3 июля. Ранее в сериале мы увидели, как Дилан сказала Барану, что пришло время, и она больше не может терпеть даже ни одного лишнего дня. Бериван считает, что Дилан и Баран не смогут решить эту проблему своими собственными силами, и она должна им в этом помочь. Она закрыла их в комнате и забрала ключ. Баран стал возмущаться и спрашивать у Бериван, что она делает и почему заперла их. Бериван ответила, что она не выпустит их до тех пор, пока они не скажут друг другу все, что хотят. Феррат предстал перед Гюль и сообщил ей о том, что завтра состоится помолвка. Состояние Кудрета становится намного лучше, и он уже пытается стоять на своих ногах. Когда это увидел Хасан, то ему очень сильно не понравилось такое положение дел. Азаде не понимает, куда пропали Баран и Дилан. Она надеется на то, что Баран не станет отказываться от развода. Бериван сказала, что Баран и Дилан будут очень счастливы, и она сделает для этого все необходимое. Когда Азаде появилась перед Бериван, то ее встретили недружелюбно. Бериван направила оружие на Азаде и сказала, что не позволит ей помешать счастью Дилана и Барана. Баран и Дилан по-прежнему находятся запертыми в комнате. Дилан переживает из-за того, что они не могут отсюда выбраться, и у них нет ключа. Но на самом деле ключ находился в руках у Барана, но он решил скрыть этот факт. Баран спросил, неужели Дилан так хочет быстро избавиться от него? Дилан напомнила, что это Баран захотел развестись. Баран схватил Дилан и заявил, что он не хочет. 135 серия сериала выйдет в эфир 3 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.